Я вам рассказывала случай, когда мы играли в театре в Самаре. Ну и вот у нас театр, и мы стоим на сцене, и передо мной суфлёрская будка. И вдруг, и там такой свет, ну, понимаете, да, там внутри сидит человек, а его там нет. И вдруг загорается там свет, и вдруг там появляется лицо человека, и он так весь концерт на меня снизу смотрит. Какое-то время проходит, ну, понятно, что я уже все, я уже понимаю, когда он там есть, когда его нет. В какой-то момент он исчезает, я думаю, черт, ушел куда-то, наверное, неинтересно. Но с другой стороны, думаю, как-то, ну, под полом как-то, наверное, тяжело, может, там басы, там все такое. Но я вот уже оправдала, понятно. И тут он возвращается, у него бутерброд с колбасой. Чашка, ну, наверное, я понимаю, чаю, да, потому что там, ну, такая, ну, классическая чашка с такими, знаете, перламутровыми, красно, какими-то вот цветочками. Я думаю, как же мне сдержаться? И это всегда пьёно, ну, я такой, ну, хлеба и зрелища. Вспомнил. Ты дарила мне розы пахли полынью, знала все мои песни, шевелила губами. Исчезала мгновенно, не сидела в засаде, никогда не мешала тихонько в трубу. А мы скрывались в машинах, равнодушных таксистов. А по ночным автострадам, да, нарезали круги. А ты любила холодный, обжигающий виски, и легонько касалась горячей руки. А ты любила холодный, обжигающий виски, и легонько касалась горячей руки. Thank you.
сердце, и мама говорит, что я скулы, а ты была моей тайной.